Собака ко мне сначала в кусты подошла, я лося сначала подумал, волка, я встану, посмотрел, собака, я позвал ее, и вот ко мне он лег, я лег, и он... Анатолий, ты большой молодец. Ты правильно повел себя в лесу, не поддался панике, находился практически в одном и том же месте, и поэтому мы тебя быстро нашли. Молодец.